Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала «Симбирск». Сегодня у нас в гостях молодой автор, автор-исполнитель собственных песен и молодой поэт Владислав Тихонов. Владислав Тихонов стал лауреатом студенческого литературного конкурса под названием «Пиши не в стол». И его стихотворение оценило строгое жюри. Влад стал обладателем первого места этого молодежного конкурса. Влад Тихонов учится в Ульяновском колледже культуры и искусства. И сегодня он исполнит свои песни и расскажет о себе. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на литературной гостиной. Надеюсь, у всех хорошее настроение в этот прекрасный день. Меня зовут Владислав Тихонов, и сегодня я познакомлю вас со своим творчеством. Я пишу песни вот уже 5 лет и недавно поступил в колледж культуры на специальность музыкальное образование, что также продвинуло меня как писателя, как творца в песнях и стихах. В колледже я обрел много прекрасных знакомых, друзей, таких же творческих, как и я, которые вдохновляют ежедневно на написание новых стихов, новых песен, делятся какими-то своими идеями, фишками, лайфхаками. Не так давно я участвовал в конкурсе «Пиши не в стол», в котором занял 1-е место, а сейчас представляю песню «В первый день весны». Она написана на тему весны, и в ней повествуется о том, как люди ждут этого прекрасного времени года, как они рады тому, что могут снять тяжелые зимние куртки, перейти на более легкую одежду и больше гулять на свежем воздухе. Солнце луч упал на землю, отогрев ее от мерзлоты. Будут на траве повсюду весны яркие цветы. У столбов берез кудрявых лужи словно небеса. Снег растаял и местами поменял все полюса. В первый день весны под полеты птиц на небосклоне чистом будем танцевать, вновь забыв про сны и про чужие мысли. По тропинкам ручейки вновь играют в догонялки. Бумажные корабли снова в путь бегут без заглядки. Радостным и лучшим днем пробудится в один миг природа. Сбудутся людей мечты, будет теплая погода. В первый день весны под полеты птиц на небосклоне чистом танцевать, вновь забыв про сны и про чужие мысли. Расцветут цветы, озарив весь мир, сердца наполнив счастьем. Расцветут цветы, озарив весь мир, сердца наполнив счастьем. В первый день весны разукрасит мир солнечный фломастер. Следующая песня будет про осень, про то, как два человека любят друг друга, находясь на разных берегах, и это не мешает им быть вместе и гулять.
конец понедельника, до субботы еще далеко. В душе я, возможно, бездельник, но не могу без тебя вот так вот. По разным берегам одного города находимся мы и ждем, когда сможем мы погулять с тобой под небесным дождем. И мы с тобой вдвоем, и дороги теперь нам открыты все под дождем, пробиты небесными ритмами. Мы идем по дороге, куда глаза глядят, шагают ноги, не понять нас многим. Будем через розовые очки смотреть на мир. Ты моя вселенная, ты мой ориентир. Музыка капель не даст уснуть. Холодная осень уже не суть. Неделя до встречи, перистые облака. Сильно обеспечен я, но это только пока. Мы с тобой вдвоем, и дороги теперь нам открыты все под дождем, пробиты небесными ритмами. Мы с тобой вдвоем, и дороги теперь нам открыты все под дождем, пробиты небесными ритмами. Вообще идея писать песни и стихи у меня зародилась еще в далеком 2013 году, это почти 10 лет назад. Тогда мы даже мечтали в школе создать свою собственную группу и начали писать песню, написали даже на английском языке, правда. Тогда мы его плохо знали, и это получилось не очень хорошо, но у меня были небольшие идеи, который я пытался каждый день воплотить в жизнь. И спустя 3 года, получается, даже чуть больше, в 2017 году начал ходить на занятия по игре на музыкальном инструменте гитары к учителю Ильяс Хисамиддинов. Я ему очень благодарен, потому что именно он направил меня на творчество, на написание песен, помог освоить гитару на первых порах. И именно он показал мне интересные песни и впервые предложил выступить на публике. Тогда я выступал не со своими песнями, а с каверами на другие. И после того, как я уже закончил к нему ходить, я начал писать свои песни с теми навыками, которые приобрел. Искажают реальность в голове, убивают душу, я не хочу их слушать, и понимаю, что этого просто нет. Всех тех сотен проблем, что были предъявлены мне, в памяти сплошной пробел, забывая череду дел, в который раз я уже хотел забыть вообще все, что можно, и с радостью идти на лице. Такой вот мой предел, но разве такое возможно? Мои мысли
покружают меня же во тьму. И как так можно убиваться из-за мотива, что считал невозможным? Мои мысли погружают меня же во тьму. И как так можно убиваться из-за мотива, что считал невозможным? И вот снова тобой опустел я тобой, и шахматная доска отлетела, и тогда тоска разгадала тайну за зеркалье сна. И теперь в глазах огонь. Мои мысли погружают меня же во тьму. И как так можно убиваться из-за мотива, что считал невозможным? Погружают меня же во тьму, и как так можно убиваться из-за мотива, что считал невозможным? Следующая песня будет в контраст предыдущей. Она написана не так давно. Песня больше относится к детской аудитории. В ней повествуется про лисенка, который шел к себе домой. Тропинки где-то облизывающий мордочку лис. Сквозь непроглядные ветви пробивается солнечный свет, аккуратно ступая шагами мелкими, махая хвостиком, идет лис. Затаился среди веток, в голове набросав эскиз, задумал уже что-то где-то хитрый рыжий лис. По тропе ему известной он придет к себе домой, и в норке своей тесной найдет для себя покой. Соберет лисичка лисички и из них приготовит суп. В гости придут ее сестрички, вместе поедят и в лесок пойдут. Затаился среди веток, в голове набросав эскиз, задумал уже что-то где-то хитрый рыжий лис. Бросав эскиз, задумал уже что-то где-то хитрый рыжий лис. Следующая песня должна была получиться позитивной, но она больше заставляет каждого человека задуматься о чем-то своем. Песня называется «Среди гранатовых облаков». Музыка.
весь потерянный город среди гранатовых облаков. Между труб на крышах знакомых мы увидим забытых богов. Под тяжелым небесным расколом по проводам переносится жизнь, и с неимоверным разгоном растворяется сквозь этажи. И свесив с края ноги, не знаю, что такое обман. Давно забытые всеми боги наблюдают сквозь густой туман. По замшелой тропе эмоций временем проложен путь. Любой прохожий однажды проснется и будет пробовать не утонуть, не утонуть. Где-то там разгорается в бездне, на дне забытых надежд и мечт, никому незримое пламя, превращающее себя в меч. Миллионы закрытых окон, в которых погашен свет, тьма, пожирающая мир словно кокон, и пути назад уже нет, и пути уже нет, и свесив с края ноги, не знаю, что такое обман. Давно забытые всеми боги наблюдают сквозь густой туман. По замшелой тропе эмоций временем проложен путь. Любой прохожий однажды проснется и будет пробовать не утонуть, не утонуть. И будет пробовать. Следующую песню я написал летом, когда был в отношениях с одним человеком. Песня написана на реальных событиях, ну, с небольшими утрированиями, конечно, для того, чтобы связать цепочку мыслей. Бессонная ночь, и ты уже не та. Остывает малиновый чай, я смотрю в твои глаза, укутавшись в теплый плед, и нет шагу назад. Унесенные ветром воспоминания, просто навеивает. Остывает чай на кухне, нас с тобою нет. Унесенные ветром воспоминания, просто навеивает. Остывает чай на кухне, нас с тобою нет. Возможность все вернуть дается лишь пару раз. Главное поймать суть и дальше не потерять. Волшебный малиновый чай возвращает все назад. За окном моим идет дождь, и нет шагу назад. Унесенные ветром воспоминания, просто навеивает. Остывает чай на кухне.
тобою не. Сейчас я расскажу свое стихотворение, которое отправлял на конкурс «Пиши не в стол». Оно называется «Железнодорожные пути». В нем повествуется о том, как поменялись жизненные приоритеты многих людей и то, как вообще в целом изменилось наше время за долгие годы. Поезда сходятся воедино по знакомым линиям, и узор на окне незримый, выжженный белым инеем, сквозь туман и дожди ненастные размеренно держат ход километры вагонов загнанных в один бесконечный взвод. Под покровом ночи скомканно на обочине дней лежат миллиарды крупинок скованных снежных бравых солдат. Укутавшись в плед горящий, пройден страшнейший брод. На краю полей открывается растворивший мглу небосвод. Сотни балконов панельных домов в одиноких квартирах брошенных. Когда же дым сигарет и костров начали нам казаться роскошью? Вообще, трилогия, которую я пишу в данный момент, является утопической. И там рассказывается в трех частях о том, как изменился мир, и начали появляться люди, которые пытаются изменить его к лучшему. Где воют сверчки, там, где ноют города, во мгле любимой тоски, я разрушаю себя сам, доведя до нуля. Новый мир себе создал, не понимаю, кто я и почему в груди кинжал. Сотни потерь на пути к своей мечте, и когда в глазах тень, мы не видим свет в себе. Через облако пыли остатков комет мы будем в надежде лететь на земле. Под купол небесный на грани полей мы будем лететь за мечтою своей. Антеннами в космос сквозь пепел и боль деревья восстанут, ведя за собой. Луна, освещая поверхность морей, поможет ковчегам, плывущим за ней. Сквозь монотонный прибой, скатерть моря и пески, я иду за тобой, всем суждениям вопреки. Полотно — это жизнь, тонны красок и палитр, и каждый из нас освещает этот мир. На виду у толпы каждый день один в один мы летим в темноте, потеряв ориентир. Через облако пыли остатков комет мы будем в надежде лететь.
лететь на земле. Под купол небесный на грани полей мы будем лететь за мечтою своей. Антеннами в космос сквозь пепел и боль деревья восстанут, ведя за собой. Луна, освещая поверхность морей, поможет ковчегам, плывущим за ней. Всем спасибо за внимание, всем хорошего настроения, здоровья и удачи. Пока. Благодарим Владислава Тихонова за участие в нашей программе. Комментируя свои стихи, Влад сказал: «Жизнь изменилась, и мир изменился, и не станет прежним. Но уже пришли люди, которые изменят этот мир к лучшему». И вот этот посыл эмоциональный из уст молодого творческого человека, музыканта и поэта вдохновляет, дает надежду. И всем вам, дорогие друзья, желаю самого доброго, желаю, чтобы в каждом дне был повод для радости. До новых встреч, дорогие друзья!